Товарищи бочководы, такой вопрос о несовместимости приборок. Сейчас на 2-литровом движке перекинули приборку, стояла с спидометром 220 и поставили от 2,3 260. Если посмотреть на показания, в принципе, показывает точно, блин, ну, отсвечивает. Вот. На регистраторе 100 у нас GPS, здесь у нас 105. Ну, там разбежность была километров 7-8. Тахометр тоже показывает, в принципе, верно. Разве что у нас небольшие сомнения насчет показометра температуры. Но это нужно проверять, из-за чего оно так показывает неверно у нас температуру. И, собственно, вопрос. А в чем именно та самая несовместимость, о которой так говорят, что нельзя поставить одну приборку за место другой? Жду ваших ответов.